Всем доброго здоровечка. Не первый год выращиваю сам свои томаты. И всегда привык видеть, что вот именно так выглядит кисть томатов. Даже если она еще зеленая. Ну или вот так. Или вот такой вот вариант. Но в этом году я начал сталкиваться с ситуацией, когда гроздья томата выглядят немножко по-другому. Ну вот, допустим, видите, в конце все заканчивается цветами. Это как бы нормально. А вот здесь зеленые плоды. Вот здесь немножко ситуация вообще другая, я такого раньше не видел. Вот грона томатов, но здесь не все не заканчивается цветками, а начинает расти полноценный побег. Вот он уже зацвел. Вот это продолжение побега. Здесь дальше будут образовываться листы, и он будет увеличиваться в размере. Первый раз, когда я это увидел, позавчера, обрезая листья на своих помидорах, я взял и отрезал вот эту веточку. Потом опять увидел то же самое, опять обрезал. Но потом решил снять видео и обратиться к более опытным огородникам и узнать, что же это такое, что же это за такой, как бы, атавизм. Вот смотрите, тот же куст помидоров. Вот нормальная грона помидоров. Опять нормальные, но такое еще молодое. А вот опять, ну это то, что я снимал до этого. И вот опять то же самое повторяется. Гроздь помидоров. И вот начинается новый росток. Что это? Для меня пока что это загадка, с которой я никогда раньше до этого не встречался. Ну, вполне логично взять это и обрезать. Но, возможно, это какая-то интересная особенность некоторых сортов томатов. И, может быть, это не нужно обрезать. Жду комментариев, кто что думает по этому поводу. Но пока что идея обрезать. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.